Но я как человек трех специальностей и офицер, прошедший не одну войну, я как человек, педагог, который всегда вращаюсь и обучаю и нахожусь с детьми, я как и продюсер, я как и актер, конечно, я за то, что, знаете, за голубое небо, за солнце, за теплое, чтобы оно всех грело, за достойную жизнь. Может быть, это мечты, мечты, но надо к этому стремиться. И я считаю, знаете, вот, казалось бы, переход сейчас у меня будет резкий. Я за гонку вооружений. А гонка вооружений, знаете, как говорят, не должны тебя стесняться, не должны тебя бояться, тебя должны бояться. Если бояться, уважают. Если уважают, значит бояться. К сожалению, мы в наше время сейчас видим, что происходит с нашей страной, именно вот этот оттиск Европы, Америки, когда мы делаем благие дела, мы конвои, конвои, огромное количество конвоев везем в Донецк, в Луганск, а американцы пирожками там на Майдане ходят. И они правы, якобы, что это они все делают, что они выиграли Великую Отечественную войну, а не русские. Конечно, нас должны уважать. Я понимаю, что у нас страна многонациональна, огромная, не можем мы за всем уследить. Но мы должны к этому стремиться, мы должны к этому идти. Если мы идем в гонку вооружения, не так, как раньше, знаете, чем больше у нас ракет стоят, да, тем больше. Нет, у нас должны такие быть ракеты, их может быть три. Но они могут непобедимы, они целенаправленно должны работать. Все-таки поверьте мне, уважение, уважение в данный момент мы можем добиться только своей могуществу и силой.